приветствуем вас в бизнес-центре «Слава» города Грязи, где открылась мини-сауна «Кедровая бочка». Бочка изготовлена из сибирского алтайского кедра, который полезен своими целительными свойствами для здоровья людей. Процедура фитобочки проводится следующим образом. Человек присаживается в фитобочку, голова остается снаружи на свежем воздухе. Внутрь проводится фитопар определенной температуры и состава выбранного сбора алтайских трав. Продолжительность сеанса в кедровой бочке длится 15 или 30 минут ввиду отсутствия нагрузки на дыхательную систему и сосудов головного мозга. Легко переносится процедура сауны для лиц молодого, так и старшего возраста. Для женщин выбор процедур основан в частности на косметическом и антицеллюлитном эффекте. Перед процедурой сауны вы можете выбрать по желанию на выбор сбор из алтайских трав. Детский, противовоспалительный, общеукрепляющий, при ОРВИ, успокаивающий, остеохондрозный. Кедровая бочка позволит вам сохранить здоровье, а также легкость и стройность фигуры на всю жизнь. Приглашаем вас посетить кедровую фитобочку бизнес-центр «Слава» города Грязи. В сауне «Виктория» вы можете также посетить сеанс кедровой двойной бочки. После сеанса кедровой бочки желательно отдохнуть и попить чай.